В России разбился самолет, погибли два человека. На борту легкомоторного самолета находились местный бизнесмен и адвокат. Полет самолета был несанкционированным, утверждают местные СМИ. В России вблизи населенного пункта Кайбалы в Хакасии разбился легкомоторный самолет. Два человека на его борту погибли, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в субботу, 21 апреля. Прибывшей к месту происшествия следственной группой установлено, что в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека. Пилот и пассажир, носовая часть воздушного судна разрушена, говорится в сообщении. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, Ч2 и СТ-263 УК РФ. Местный телеканал «Главный региональный» сообщает, что разбился частный самолет 77 КП-2 ЮСОВы. Погибли два человека. Это Кулаков А.В., предприниматель, владелец ломбардов и Александров И.В., адвокат. Отмечается, что пилот не подавал заявку на осуществление полета, информирует телеканал. В сети уже появилось видео аварии самолета. Он на небольшой высоте прошел в непосредственной близости от человека, который снимал полет, после чего резко взлетел вверх, потерял скорость и в результате упал в реку. Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика. Напомним, 14 апреля в России под Липецком разбился легкомоторный самолет, пилот и пассажир погибли. Полет был несанкционированным. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.